З, Ч, Б, Ю, Ч, Е, С, Х, Р, Е, Д, Ф. Молодец, Леша. Леша отдыхает, попробует у нас Варвара. Если все понятно, если нет, могу объяснить еще раз. Понятно, ну, постарается. Вот, давай. Первый раз всем сложно, и Леше было сложно первый раз. Нет, руку надо поднять. Левая. Р. Дальше. З. З. В. Обе руки. В. Дальше. Какая буква? М. Нет. М. М. Правая рука. Ага. Дальше какая буква? В. Нет. Как... А какая рука? В. Левая. Угу. А дальше? О. Нет. Наверху. А. А. Две руки. Да. Две руки. А. Угу. А дальше буква? Ш. Левая рука. Подняли. Левая Ш. Ага. Дальше. Ч. Правая рука. Ч. Угу. Мне дальше какая рука? И. Обе руки. Мне руки болят. Руки болят. Ага. Одну доделываем и все. Угу. Все, молодцы. Я вам потом скину эти задания, вы уже самостоятельно их проработаете, ей потом будет проще. Первые разы всем, даже взрослым, тяжело, но это очень полезное упражнение для нашего мозга, для развития межполушарных связей. Хорошо, идем дальше. У нас шпионские слова, которые нам нужно разгадать. Почему они шпионские? Потому что у нас тут загадано слово, мы его просто так не прочитаем. Нужно переставить слоги местами. Ну-ка, Лёш, попробуй разгадать, что тут за слово у нас загадано? Навес. Это написано просто. А какое слово на самом деле загадано? Поменяй слоги местами. Весна. 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 Хорошо, давайте по очереди тогда. То слово разгадала Варя, значит, сейчас Лёша всё-таки попробует. Хорошо, Лёш? Угу. Давай. Доска. Доска. Доска, умничка. Следующее слово Варя разгадывает. Коль. Нет. Соль. Мусор. Хорошо. Леша. Горшок. Что получилось? Горшок. Горшок. Хорошо. Варя. Окно. Громче. Окно. Окно, умничка, Леша. Медно. О, молодцы. Так, ну что, для первого раза у нас достаточно, по-моему? Давай. М, А, В, Ж, Х, Ш, В, И, К, У, Р, Т, Ю, Э, А, Н, Е, П, А, С, Д, А, Ч-у-к. Отлично. Умнички мои девочки, справились на ура. Следующее задание. Нам нужно разгадать слова с переставленными слогами. Первый столбик будет очень простой. На лу у нас такого слова нет. Но если мы прочитаем этот слог первым, а этот вторым, получится какое слово? Луна. Луна. Хорошо. Так, следующее слово у нас угадывает Варя, потом Ульяна. По очереди. Сейчас Варя. Я. Посмотри. Мороз. Молодец. Ульяна. Школа. Угу. Варя.
часы. Носки. Варя. Вода. Хорошо, теперь будет чуть-чуть сложнее. Ульяна. Монета. Угу. Варе помогу, первый слог подскажу. Потолок. Умничка моя. Ульяна. Теремок. Теремок, отлично. Ой, какое слово досталось Варе. Первый подскажу. Маника. Макароны. Макароны. Мам, не отвязано. Макароны. Молодец, Варя. Ой, Ульяна. Капитан. Угу. И последняя, Варя. Улица. 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 Молодец. Так, ну что, девчонки, вы сегодня прекрасно справились. Для вас послание. Так. Ты молодец! Да. Так, ну для вас понятно, уровень подходящий. Ульяна, тебе, конечно, надо задание посложнее давать. Согласна? Да. Да. В следующий раз, если будем заниматься, только если я буду знать заранее, то уже будет у тебя задание по уровню. А так тебе понравилось в целом? Да. Хорошо. Варя, тебе все понравилось? Нет. Ну почему это? Понравилось, да? Да. Понравилось. Мама, поговорите и скажите мне, напишите, что вам не понравилось. Она не может смириться с тем, что она не понимает, что читает. Когда слоги простые, ей не очень понятно, поэтому никак она этого не поймет. Дальше будет сложнее, пусть не расстраивается. Ладненько, спасибо. Рад вас видеть. Спасибо большое. Спасибо. Да не за что. Так. Все, пока-пока, Ульян. До свидания.